дорогие наши зрители, а также подписчики канала. Сегодня утром к нам пришла печальная новость. Нам сообщают о том, что вчера ночью в Санкт-Петербурге из своей квартиры пропал без вести российский актер Алексей Никульников. На данный момент квартира открыта. Документы, деньги и даже мобильный телефон актера находятся на месте. Сам актер пропал при загадочных обстоятельствах. Соседи, друзья и знакомые ничего об этом не знают. Последние дни они даже не видели Алексея Никульникова. Сейчас мы наблюдаем за развитием событий вокруг данной трагедии. Хочется верить в то, что с Алексеем Никульниковым все будет хорошо. Будем надеяться, что он вскоре объявится, и мы все узнаем всю правду о его исчезновении. Родные уже готовятся писать заявление в полицию на поиски актера. Подписывайтесь, друзья, на наш канал. Следите за нашими выпусками, которые выходят каждое утро на нашем канале. Только в таком случае вы не пропустите то, что мы делаем только для вас. Будьте всегда с нами и до скорой встречи вам, дорогие зрители, на нашем YouTube-канале.